Открытая трибуна. Сортируете ли вы мусор перед тем, как выбрасывать? Сортируем, потому что вот пластмассовые бутылки, там даже у нас на это мусорники отдельно ложат. И, значит, мусор и пищевые отходы мы в один кулек сложим, а бутылки эти мы сортируем отдельно, пластмасс отдельно. И мы так, чтобы не смешиваем. Да, я сортирую мусор, так как я считаю, что это один из способов спасти нашу планету. Мы, тем более, мы живем не в очень чистом городе, и своими действиями я как бы пытаюсь хоть чуть-чуть принести свою лепту в спасение нашей Земли. Ну, иногда сортируем, потому что у нас как бы, в принципе, сейчас уже нету, но на мусорнике был отдельно контейнер для мусора, а отдельно контейнеры для общего. Но куда-то они пропали. Именно тот контейнер, который для пластика, остались только такие, то ну как бы смысла нету, выбрасываем в одном пакете. Нет, не сортирую, потому что в моем районе нет мусорных контейнеров, предназначенных для этого дела. Ну, во-первых, я даже ученикам своим рассказываю, что мы должны по охране окружающей среды думать о том, чтобы все было как бы распределено. Но у нас нет, к сожалению, контейнеров, где надо отдельно ставить пластиковые бутылки и пакеты. Ну, поэтому я просто отдаю бабушкам, которые нуждаются в нашем подъезде. И они носят, у нас рядом с мусорником находится пункт приема. Ну, так совсем специально сортировать нет. Единственное, что там бутылки, например, пластиковые и стеклянные, ставлю отдельно в пакете возле контейнера, потому что, я знаю, люди их сдают. Нет, не сортируем. Просто потому что не то, чтобы не считаем нужным, а ну, нет такой, как привычки или вот что-то в этом роде. Открытая трибуна.